Здорово, это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня мы рассмотрим красочную стрелялку под названием Alien Zone. Игра представляет из себя RPG-шутер, в котором тебе предстоит зачистить 22 огромные локации от полчищ инопланетных тварей. Сюжета как такового тут нет, зато есть крутая графика и отличный геймплей. Помимо обычной стрельбы, героиня способна ставить 4-секундный щит и выпускать импульсивный заряд, способный на приличной дистанции оглушить и нанести урон. Лично я люблю использовать их в связке, особенно против взрывоопасных монстров. Это помогает избежать урона и быстро уничтожить толпы врагов. Обе способности, как и пассивные усиления, можно прокачивать с достижением определенного уровня. Помимо прочего, героиня способна пополнять жизни и ставить турель. Это помогает в безвыходных ситуациях с ордами врагов и боссами. Гляди, такая малышка и без тебя справится с любым врагом. Нет, этот большой чувак просто помогает, призывать его нельзя. Турели и аптечки можно закупать, но за 6 пройденных уровней я не потратил и не купил ни одной, разве что ради того, чтобы тебе показать. Оружие, броня и прочий лут выпадают из врагов, а при желании за заработанные деньги можно купить что-то из магазина, попутно продав все из инвентаря. Все это лишает донат хоть какого-то смысла, и очевидно, что разработчики внедрили возможность покупки за реальные деньги только ради поддержки компании. Даже заработанный опыт и лут автоматически переносятся на других героев. Вот только жаль, что отличаются они только видом. Способности у них идентичны. В игре великолепный дизайн уровней, и каждый напичкан своими элементами. Где-то на заднем плане летают корабли, работает цех или горят трубы. Яркие эффекты также вызывают восторг. Видно, что каждый графический элемент продуман ради хорошей оптимизации. Из минусов игры могу перечислить разве что отсутствие сюжета и сумасшедшую камеру, которая в экстремальный момент творит хер знает что, лишая возможности видеть поле битвы. В остальном видно, что Alien Zone крутой, но стартовый проект, на котором разработчики оттачивают навыки с движком, и скорее всего вскоре мы увидим от них новые шедевры. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай игры с сайта бесплатно и не пропускай предыдущие видео. До завтра!